Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна хоче відвоювати всі свої землі, включно з Кримом, можливо, із застосуванням зброї від партнерів. А президент Зеленський вчора зустрівся якраз з лідерами Європи, які приїхали до Києва. Вони пообіцяли надати допомогу Україні. Що це означає для майбутнього України? Зараз ми якраз все це будемо і обговорювати, тому що з нами на зв'язку політехнолог Борис Тизенгаузен. Тизенгаузен, доброго ранку, пане Борисе. Добрий ранок. Доброго утра. Доброго ранку. Ну, добре, що прізвище трьох лідерів країн легше читаються, ніж ваше прізвище. І Шольц, і Макрон. І Драгі. І Драгі, да. І вони вчора були. Давайте от якраз це приїхали до Києва. Давайте обговоримо. А, ще був президент Румунії, вибачте, чотири навіть лідери. Я думаю, навіть трішки образився президент Румунії, тому що всі говорили тільки про трьох, да? А він неочікувано. А Клаус каже, а він сюрпризом, да? Ну, молодець, це насправді велика підтримка. Румунам також величезний від нас привіт. Так от, всі вони вчора були, лідери чотирьох країн були в Києві, були в Бучі також. Вони не побоялися навіть заздалегідь анонсувати, коли вони приїдуть, де вони будуть знаходитись. Найцікавіше, що саме в час прибуття потягу, коли ось вони виходили з потягу, лідери країн, в Україні була оголошена повітряна тривога. Це, як ви думаєте, це випадковість, чи це такий маркер, це спеціально було зроблено, знаючи, що вони зараз на Київському вокзалі і треба щось зробити, щоб вони відчули, що в нас тут йде війна? Ну, я думаю, что это, наверное, скорее случайность, потому что тревоги у нас практически каждый день случаются в Киеве. И вот так наблюдать. Да, и не один раз. И, кстати, потом была еще одна воздушная тревога, и президенты европейских стран ее тоже застали. Поэтому я думаю, что скорее случайность, но прочувствовать, вот, что чувствуют рядовые украинцы, идя, на первый взгляд, по мирному городу, и потом включается сирена, я думаю, что это было им, наверное, на пользу. И несколько дней назад я писал о том, что вот хорошо бы, чтобы Макрон, Драги и Шольц поехали в Бучу и посмотрели своими глазами, и там у них взять еще раз интервью, да, и попросить повторить слова, что Путину нужно сохранить лицо, что Россию не нужно унижать. И идея свозить их в Ирпень, да, они не в Бучу ездили, в Ирпень, и те кадры, которые облетели весь мир, помните, когда они все втроем смотрят через дырку в лобовом стекле от прямого попадания в автомобиль. И вот мне кажется, что никакие другие убеждения, никакие другие аргументы здесь не работали бы лучше, чем то, что они своими глазами увидели эти разрушения. Я считаю, что это была абсолютно правильная идея. И, в принципе, отказаться они не могли. То есть как бы выглядело то, что Шольц не захотел поехать в Ирпень. То есть это был очень правильный ход и со стороны, наверное, офиса президента. Что касается того, насколько они теперь будут лояльны, насколько они будут помогать нам. Но мы неоднократно слышали заявление от Шольца, что мы очень сильно будем помогать Украине, а на самом деле мы потом узнаем, что те же, например, мандеры, которые нам так были нужны и которые готовы были поставить другие страны, только разрешение Германии нужно было. Германия блокировала эти поставки. Кстати, 5000 касок до сих пор к нам не приехали, которые нам обещали в начале войны. Поэтому я с очень осторожным оптимизмом отношусь ко всем заявлениям, потому что забюрократизировать процесс поставки оружия очень легко. И мы видим, что, например, Германия говорит, да, мы вам готовы средства противовоздушной обороны дать, но они где-то к зиме приедут. Вот. А нужны ли они нам будут к зиме? И вообще, насколько и к зиме ли они приедут? Это вот большой вопрос. Поэтому я думаю, что прозрение у европейских лидеров все-таки наступает. И они понимают, что Европа, по большому счету, разделилась на три группы. Группа активно помогающих сторонников Украине – это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Великобритания. Группа тех, кто, ну, стоит в стороне, смотрит, но так посматривает на это все. И группа тех, кто реально вставляет палки в колеса. Я, например, про Венгрию говорю, которая блокирует санкции против Российской Федерации. Поэтому и вот сейчас старая Европа, она движется больше в сторону помощи Украине. Потому что все поняли, что Украина не намерена торговать своим суверенитетом, не намерена уступать своей территории и намерена воевать до конца. Ну, раз так, то давайте им уже дадим оружие. Вот так, наверное, это звучит. Слушайте, ну вот в той самый час Макрон, дійсно, и Шольц там
ну, все одно Німеччина допомагає, і я думаю, що, можливо, дійсно щось зміниться в цьому після візиту. Але в той самий час Макрон сказав, що гелікоптери, танки давати не будуть, тому що не хочуть ставати частиною війни, виходить, що проти Російської Федерації. Ну, вже нібито і приїхали, але все одно гелікоптери і танки давати не хочуть. Це... А можливо, вони бояться, що раптом все ж таки Російська Федерація вирішить іти далі, а в них вже не буде чим воювати. Можливо, ну, ми ж не просимо ситуація. Віддайте нам всі танки, правда? Це там відсотки маленькі, там, ти знаєш, 5% там дайте нам танки. Дуже часто, от під час цієї війни, я думаю, що ви зі мною погодитеся, я от кожен раз згадую два вислови. Перший – це «моя хата з краю, я нічого не знаю». Він дуже зараз часто от попадається мені, да, з цими переговорами. І другий – це на когось вислів. Надійся, але сам не плашай. Тому я впевнена, що все одно Україна переможе будь-якою ціною. Ми не віддамо ні клаптика своєї землі. І дякую, що ви не приїхали. Сподіваюся, що все ж таки якийсь профіт з цього буде. Але я ще знаю, що голова парламентського комітету ФРН з оборони Марі Агнес Штрац-Циммерман на тлі якраз оцієї поїздки канцлера Олафа Шольца до Києва заявила, що повномасштабну війну проти України можна вирішити лише військовим шляхом. І закликала владу Італії та Франції до додаткових постачань якраз цього озброєння для кого? Для нас, для українців. Що могло змусити поміркувати Західну Європу змінити позицію, змінити ось цю позицію щодо надання нам зброї в необхідному обсязі? Тому що зараз, мені здається, абсолютно всі розуміють, таке враження, що Росія відчуває тільки от силу удару, да? А сила удару – це зараз якраз і є зброя. Тому що як би ми не хотіли цього, проти пістолета ми не підемо, проти кулі. Може якось оцей візит повністю переформатувати їх взагалі, думки, їхню позицію, все це? Сомневаюсь, потому что политика старой Европы, она очень инертна. То есть европейские лидеры, они уже для себя сформировали картину какую-то и шаги, на которые они готовы идти, на которые нет. Кстати, вот по поводу танки, вертолеты не дадим, но почему-то Афганистану и танки, и вертолеты давали, и никто там не спрашивал, куда они будут потом, куда они денутся и так далее. Вот. И понятно, что Европа, например, не потому не дает танки и самолеты, потому что не хочет стать частью войны, а просто потому, что понимает, что тогда неадекватный российский лидер, он способен, это же Россия все-таки ядерная держава, и только ленивый российский чиновник не угрожал всему миру ядерным пеплом и всем остальным. И в последнее время таких угроз стало намного больше. Нажмет ли на самом деле Путин на эту ядерную кнопку? Я сомневаюсь, потому что не готовы российские элиты умирать, и сам Путин не готов умирать. Мы об этом, кстати, уже неоднократно говорили, что человек, который хочет умереть или там не боится смерти, он не строит себе бункеры, и за ним не ходит специальный человек с чемоданчиком, да, и не собирает вот все, что он там после себя оставляет. Поэтому я сомневаюсь, что Путин готов на ядерный конфликт. И дело в том, что НАТО, например, прекрасно понимает, что российская армия оказалась не просто не такой боеспособной, как разведка натовская там себе предполагала, а еще на порядок ниже боеспособность у нее. Поэтому абсолютно четко становится понятно, вот почему, отвечая на ваш вопрос, почему такая риторика сейчас только на поле боя Украина может достичь победы. Потому что Украина, первый и самый главный пункт, почему так происходит, потому что Украина показала, что не готова сдаваться. Украина показала, что не уступит ни кусочка, ни вот такой вот пяди своей земли. Поэтому Европа понимает, они готовы воевать. Они готовы воевать даже с тем оружием, которое есть. Они делают это успешно. И, давайте уже, наконец, мы с Россией начнем разговаривать так, как положено разговаривать с Россией. Не языком свойским и добрым. Mm-hmm. Вот Путин там или Макрон, который звонит Путину регулярно каждый вечер. Вот о чем они говорят?
Путин, я знаю, о чем говорит Макрон. Путин угрожает в своем репертуаре и говорит: Макрон, ну ты давай уже там сажай за стол переговоров эту Украину. Потому что, если что, я тебе тут могу новую проблему создать. Например, голод, и опять беженцы из африканских стран и из Ближнего Востока побегут к тебе в Европу. А ты только-только, значит, украинских беженцев принял. Выдержит твой бюджет? Не выдержит. Могу цены тебе на энергоносители поднять. Выйдут на улицу твои французы или немцы у Шольца? Конечно, выйдут. И будут тебе жечь опять кварталы в центре города. Поэтому давай сажай эту несговорчивую Украину за стол переговоров. А Украина не хочет садиться. Украина уже диктует повестку. Нет, чего мы можем сесть за переговоры? Чего? Я б села, я б сказала, наприклад, ну, окей, добре, без проблем. Я сідаю з вами за стіл переговорів у випадку тому, якщо ви повністю забираєте свої війська з усієї території України. Це Крим, Луганська, Донецька область, Запорізька, Херсонська. Без проблем, валіть звідси. Ну, зараз так розумієш, що це не... Ну, за такою умовою, да, можна сісти. З Росією так не працює. З Росією так не працює. Я дуже коротко об'ясню, чому. Тому що росіяни, вони в більшості живуть в районі черти бідності. І Путіну плівати взагалі, що там санкції зробили з рядовим росіянином. А от ситій Європі не плівати, що буде з рядовим німцем, французом або австрійцем. Тому немножко не в рівних ситуаціях знаходяться. Але ж найбільше нам зараз, ми бачимо, допомагають хто? Європейці, ті, які ближче до нас. Це Естонія, Латвія, Литва, Польща. Вони ж найперші. Вони розуміють, що далі піде хвиля на них. Тому, можливо, зараз Франція, Німеччина. Ні, ну з іншого боку, зачекайте. Є Британія, Сполучені Штати, які від нас насправді далеко, але допомагають, я думаю, що не менше, ніж поляки. Слухай, британці, мені здається, вони дуже такі, ну, мислять якраз абстрактно, да? І вони розуміють, що якщо зараз Росії дати ось цю владу, то просто потім вже ніхто її не зможе зупинити. Вони підуть, отак от, знаєш... До речі, от про продовольчу кризу, насправді, три головні теми, які обговорили на вчорашній зустрічі київській, це постачання зброї, продовольча безпека та кандидатство України до ЄС. На ваш погляд, які можуть бути перспективи от якраз у трьох напрямках? Ну, зброю ми більш-менш обговорили, значить, продовольча криза і вступ до ЄС. Як ви думаєте, про що вчора домовились? Ну, я думаю, что Украина, во-первых, как никто другой, заслужила быть частью большой европейской семьи. Не просто заслужила, а выбрала себе это право. И все те, кто сейчас говорят, что вот, там, может быть, повременим, вот все те, кто это говорят, они, в принципе, сами уже могут на выход из Европейского Союза. Та же Венгрия, которая, по большому счету, шантажирует весь Европейский Союз своими личными условиями. Дайте нам денег, дайте нам больше денег, с Россией нужно дружить и так далее. То есть, вот, к сожалению, вот эти большие союзы, они показали свою слабость именно вот в этом коллегиальном своем решении, что достаточно одной маленькой какой-то страны, которая будет вот пакостить и блокировать шестой пакет санкций, и все остальные будут с этим соглашаться и ходить ее уговаривать. Ну, вот. Что касается голосования за кандидата, Украину-кандидата, на самом деле это еще особо ни о чем не говорит, это хороший промежуточный этап, это подтверждение того, что Украина готова и идет в Европейский Союз. Но сегодня 5 стран находятся в статусе кандидата. Это Турция, это Сербия, это Албания. И там... Туреччина? Да, Туреччина, Турция. Да, они сейчас на стадии входа в кандидаты? Кандидаты в Евросоюз, да. То есть, причем в этом статусе Турция находится с 87 года, если меня не изменяет память. Это я про что? Это про то, что кандидатом можно быть десятилетия, и тебя так и не примут. Вот. Поэтому... Нужно просить ускоренную процедуру, нужно требовать это, но сильно не агрессивно это делать. Хотя иногда мы, конечно, ну, скажем так, вот в агрессивной дипломатии перегибаем. Но все нормально, у нас такие условия. Вот. А что касается продовольственного кризиса, ну, циничные заявления того же Лаврова, который на саммите африканских стран сказал, Украина не хочет разблокировать свои порты, поэтому зерно к вам не поедет, и вы здесь будете голодать. Мы прекрасно понимаем, что есть варианты решения. Есть, например, военное конвоирование нашими партнерами, разблокирование портов. Пойдут они на это? Ну, сказать сложно. Кстати, с той же Турцией у нас есть
Договор в прошлом году мы заключили, называется «Квадрига», где мы с Турцией должны сотрудничать по акватории Черноморского моря. В принципе, Турция нам тоже может там помочь. Но, опять же, боятся многие, боятся, не хотят ссориться с Россией. Но мне кажется, вот эту черту мы уже постепенно переходим. То есть заявление о том, что когда такое было, что заявление от французов, что Украина должна забирать свой Крым. Такого не было никогда. То есть риторика меняется, и меняется она потому, что Россия все больше и больше уходит в изоляцию. Причем не только в экономическую, но и в политическую изоляцию. Ну от, до речі, НАТО також заявило, що впродовж останніх місяців збільшило присутність своїх військ на Східно-Балтійському фланзі, подвоїло свій контингент, тобто НАТО виходить, що демонструє цей меседж Путіну, що ми розуміємо, що йде від вас небезпека, тому ми от, ну, як мінімум вдвічі збільшили кількість солдат НАТО, те ж саме Сполучені Штати, ви знаєте, збільшують свій контингент в Європі. Який ваш прогноз щодо участі ну, НАТО? Я так розумів, ми всі розуміємо, що в війну вступати не буде, допоки як це, Путін не дотягнеться до якоїсь країни, яка вже НАТО. Чи все-таки НАТО можливо в якомусь сенсі? Ну, просто пропагандисти ж говорять, що НАТО вже воює з Росією, але натякаючи там і на інструкторів, і на зброю, і так далі. Але НАТО в війні все-таки україно-російський, точніше російсько-український буде чи ні? Не будет, не будет. И Россия, кстати, начинает угрожать уже Латвии, Литве, Эстонии, там пытаться отменить ранние какие-то вот эти указы о предоставлении независимости. Там посмеялись уже в этих странах. Вот если Россия пойдет туда, а это страны альянса, то тогда, конечно, им будет не сладко. И НАТО тогда обязано будет вступать в боевые действия. Но Россия боится. России намного проще было бы захватить маленькую Литву, Латвию или Эстонию, но боится. Никто не хочет с альянсом вступать в прямое лобовое столкновение. Поэтому НАТО вступать не будет. А вот нарратив о том, что НАТО воюет в Украине, США уже воюют в Украине, это всего лишь такое очень кривое, косорукое оправдание того, что российская армия никак не может здесь никуда продвинуться. Но надо придумать тогда, что мы воюем с большим врагом, а не с армией Украины.